привет! С вами канал Лев Лайф и трактор МТЗ-80Л. И сегодня мы едем вытаскивать столб, который мы вчера просто весь день пытались вытащить руками, рычагами всякими. Но сегодня мы так, кстати, его и не вытащили. А сегодня мы едем на тракторе вытаскивать его навеской, потому что уже никак не получается вытащить руками. Как разно, всяко разно перепробовали. Надо было просто это снимать, как мы ее мучили. Есть трактор, надо было сразу трактор пригнать и вытащить навеской, чтобы не париться. Так, все, у нас тут уже пошла дорога. Ждем, когда проедут машины. Ну давай, заворачивай. И едем на место. В общем, проезжаем по дороге, по асфальту. Обычно там ездим где-нибудь по такой пересеченной местности. В этот раз едем в центр города, считай, что. Поэтому едем по асфальту. Я как бы не привык на тракторе ездить по асфальту, но надо как-то привыкать. Вот, еду, получается, на повышенной, на Зайце и на второй. Можно, в принципе, включить сейчас 9-ю, ну, то есть какая-то 17-я или 18-я скорость получается. И сейчас прямая дорога, просто прямо едем. Но там есть светофор, на светофоре вот. Надо будет остановиться, переключиться, скорее всего, на 6-ю. В общем, будем пробовать переключаться на 9-ю, чтобы быстрее ехать. Вот так вот, нормально, в принципе. Едем быстрее. Я знаю, что вам нравится видео про МТЗ. Поэтому стараюсь снимать, по крайней мере, когда какая-то работа есть, когда мы на нем работаем, я вам стараюсь что-то допоснимать. Там сзади что-то машины тоже медленно едут. Он обгоняет. По кочкам, конечно, он едет вообще. Надо быть очень аккуратным. Амортизации никакой нету. Поэтому надо быть очень осторожным. Машины меня обгоняют, тем не менее. Вон ту, которую воровайку мы пропускали, она стала тут вообще ни туды, ни суды, опять же. Как тут ехать? Пробую, включим 6-ю. Там машина, блин, как ехать? Хрен знает. Как она так встала? Для чего так вставать-то, ё-моё? Можно было, в принципе, туда на территорию заехать. Обгоняйте меня. То я медленный. Я на 6-й еду. Пускай обгоняет. То ждут меня. Поперли, уже светофор. Я надеюсь, как раз зеленый загорит, потому что мы едем на 9-й, в принципе, быстро. Да, зеленый загорелся. Давайте, гусеница пошла. 3 машины, нормально. Успеем, сейчас проедем. Должны, по крайней мере, успеть. Тут светофор очень быстро перегорает. Да, успеем, нормально все. Пролетели, так сказать, конкретно. Надо маленько осталось доехать, и уже будем на месте. Ладно, покажу вам, как мы уже будем вытаскивать столб.
приехали к столбу. Сейчас разворачиваюсь как надо. Я тебя не слышу вообще. Давай, опускай, да? Все, да? Нет. Вот так все. Что, не хватает? Да. Рядом ничего нет. Есть. Да. Я поднимаю. Не идет? Что, не идет? Нет. Не идет? Нет. Ты можешь вперед маленько проехать? Можешь назад, наоборот. Давай маленько назад. Маленечко, да? Ну? Ты отодвинул? Да, да. Давай. Поднялся. Ага. Вообще, не, мы бы его так не вытащили. Он прям вот так вот идет. Как будто что-то осталось даже. Или что это? А, это просто попадало. Ну, да, вон с той стороны все плотно вообще. Ага. Вытащили вот такое вот еще бревно. Выкопали вот такую траншею под ворота. Все, сделали ворота. Заезжаю в них. Готовы. Я уже в них заехал. Там канализации нету. Люка.
Вот такие ворота получились. Так, открываем. Трактор теперь тут стоит. Закрываем. Вот так вот. Сейчас покажу, какие были ворота. И вот какие сейчас стали. Лёва, как тебе ворота? Нормально? Нормально ворот? Хорошо. Ладно, все, видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал Лев Лайф. И ждите новых видеороликов. Тихо, тихо, здесь грязно. Да, Лёва. Всем пока-пока. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Лев, пока-пока. Давай. Пока-пока. Не хочет. Вон наш, пока-пока. Ушел, не важно.